Какой для вас тогда была победа? Насколько сложной, легкой? Легкой победой, я думаю, не бывает. Все ребята здорово играли, на себя шайбы ловили. Просто так счет сложился, но результат команды был хороший. Был момент в одном из периодов, по-моему, в третьем, когда вы уже лежа в меньшинстве отбивали, потом грудью. Это какое-то натренированное движение грудью, чтобы так отбивать? Или это из футбола что-то? Да не из футбола, это на тренировках так тренируешься, поэтому разные моменты, разные броски. Иногда так приходится ловить грудью, головой. У вас есть победный жест, когда вы так клюшку в середине держите, потом бьете по льду, стоите на один щиток. Это что-то из Тора или вы сами придумали? Я не знаю, не замечаю. Посмотрю, кстати. Насколько для вас был, может быть, принципиальный матч с «Нефтехимиком», учитывая, что часть карьеры там вы провели? Да, в принципе, принципиальный для меня, но у меня много принципиальных уже команд по всей лиге, поэтому, да, много таких матчей получится в сезоне. Ну, насколько важно все-таки было сыграть снова на ноль? Сколько для уверенности это важно? Самое главное для команды, я думаю, чтобы все поверили, что можем засушить в любой игре кого-то. Поэтому это хорошо для команды.